Это уже спиной к дороге стоит дом. Здесь вход. Небольшая площадочка перед домом. Наверх справа одна спальня. Еще сейчас белье на стирку отправили. Есть шкаф. Светленько, чистенько. Стены без помарок. Есть, не знаю, как это назвать, столик, косметический зеркало. Здесь туалет свой в комнате. Чистенько, аккуратно. Здесь вид на дом с задней стороны. Смотреть нечего. Так, и идем вторая спальня. Она зеркальная. Тут почти чуть побольше. Большая кровать, также шкаф есть. Прикроватные тумбочки. Здесь вид во двор. И такой же столик. И туалет с душем. Он здесь есть. Вот. Как-то так. Это крайний дом. Здесь их для вас несколько под выбор. В принципе, все от дороги удалены.